Субботу синоптики окрасили в оранжевый. Воздух на большей части территории страны прогреется до 31 градуса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье до плюс 29. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Возможно, прогремят грозы. Не стоит спасаться от жары на пляже. Ночью уже прохладно, говорят специалисты. Плюс 12-16. Вода остывает. Купание может привести к переохлаждению. Сезон дождей в Южной Азии повлек за собой сотни смертей и миллионы пострадавших. Помимо разрушений, большая вода каждый год влечет за собой локальные вспышки заболеваний. Так, в 2019-м лихорадкой денге в Бангладеше и Индии заразились почти 237 тысяч человек. Порядка 200 человек погибли. Водная стихия атаковала и Африку. В Сомали за последние несколько дней от наводнений пострадали более 10 тысяч человек. Сильные дожди в республике наблюдались еще с июля. Всего от бедствия с тех пор в различных районах страны пострадали почти 190 тысяч человек. Около 120 тысяч были эвакуированы. По меньшей мере 6 человек погибли. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Днем столбик термометра прогреется до 27 тепла. Ночью опустится до 16 со знаком плюс. В воскресенье город на Березине ждет безветренная погода. Днем возможны дожди. Ближе к вечеру грозы. В светлое время суток воздух прогреется до 25 градусов выше 0. Ночью от 16 тепла. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.